В июне мы рассказывали об очередном походе Дмитровского поискового отряда «Рубеж славы», в ходе которого на границе Дмитровского и Солнечногорского районов, близ деревни Бородино, было обнаружено место падения советского дальнего бомбардировщика ДБ-3. В раскопе члены отряда нашли куски картера двигателя крылатой машины, на которых был выбит серийный номер. Это была настоящая удача, так как по номеру удалось установить личности погибшего экипажа: командира Василия Рапохина, штурмана Филиппа Гаврилкина, стрелка-радиста Алексея Крючкова, стрелка Виктора Татменина. А теперь вот еще одна удача. В километре от Ленинградского шоссе на территории СНТ Гришина Солнечногорского района поисковикам удалось найти еще один самолет – советский тяжелый истребитель Пе-3. В ходе жестоких боев он был подбит из зенитного орудия 27 ноября 1941 года и рухнул в небольшой овраг. Подбитый истребитель Пе-3 входил в состав 54-го краснознаменного бомбардировочного авиаполка и выполнял задачу обороны Москвы. Вместе со своими однополчанами он попал в самое пекло и, вероятно, был обстрелян из немецких зениток. На место падения Пе-3 удалось выйти благодаря книге местного краеведа, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Иванова. В 2010 году вышла в свет его книга «Солнечногорск на последнем рубеже». В ней Виктор Иванов подробно описывает свою встречу с очевидцем падения истребителя, жительницей деревни Гришина Галиной Николаевной Андреяновой. Она рассказала, что погибших летчиков сельчане захоронили недалеко от самолета на берегу овражка. Галина Андреянова хорошо запомнила необычную фамилию одного летчика – Любивый. Благодаря вот нашим краеведам, которые неутомимые, благодаря Солнечногорскому краеведу Виктору Ивановичу Иванову, он написал книгу в 2010 году, а собирал материал всю свою жизнь, он ветеран войны. И вот он написал в своей книге, что под деревней Гришина во овраге упал самолет. И, соответственно, он тогда еще провел разговор с местными жителями, нашел местную жительницу, здесь жила Андреянова Галина, вот бабушка, которой в 1941 году ей было 17 лет. И ей запомнилась крайне необычная фамилия. Она говорит, когда захоранивали, нашли документы летчиков, а захоранивали ее где-то на месте падения, буквально в радиусе 30-50 метров. То есть далеко не могли унести, потому что оккупация буквально через день здесь была оккупирована деревня. И она сказала, что запомнила фамилию необычную, Любивый. Действительно необычно Любивый. Спасибо. И она, да, не знала фамилию второго летчика, и вот она спустя многие годы, она ее просто пронесла, эту фамилию. А потом подключили журналисты. Обстоятельства гибели экипажа Пе-3 подробно изучали в 80-х годах редактор центрального телевидения Петрова и корреспондент газеты «Красная звезда» Левицкий. Было установлено, что командир истребителя Андрей Любивый, родом из Воронежской области, участвовал в Советско-финской войне, был награжден орденом Красного Знамени. Его напарник, стрелок Павел Чубарь, украинец, служил в должности штурмана звена. Это была первая потеря 54-го полка, который через несколько месяцев потеряет в боях почти все свои машины. Но полк не был расформирован и в 1945 году участвовал в Берлинской операции. Андрей Любивый, Андрей Васильевич и Павел Чубарь – это первые потери 54-го бомбардировочного полка. И вот буквально на Ленинградском шоссе, буквально в километре, если по прямой, здесь стоит вот известный памятник летчикам, называется «Крыло», который появился где-то около 30 лет назад. И фамилии Любивый и Чубарь там увековечены. Но формально захоронений там нет. Захоронение, оно где-то здесь, рядом. И место падения здесь. –
На раскопе работают совсем юные члены отряда, учащиеся Сергей Соколов, София и Ольга Муничкины, Дина Коршунова, София Володина. Их задача как можно тщательнее перебирать каждый клочок земли, искать каждую мелочь. Крупные куски самолета были вывезены местными жителями еще во время войны. В земле остались лишь останки летчиков, фрагменты фюзеляжа, пулеметные патроны. А еще ребята с помощью металлоискателя обследуют овраг. Вдруг попадется что-нибудь интересное. Мы чаще всего либо работаем с металлоискателями, либо помогаем искать мелкие частицы. Мы нашли здесь останки летчиков, которые погибли здесь в воздушном бою в 1941 году. Это важное дело, это долг каждого человека знать свою историю. Сергей Соколов учится в Яхромском колледже и в отряде работает всего несколько месяцев, но опыт поисковой работы у него уже есть. Считает такую работу патриотическим долгом каждого человека, который любит свою малую родину и гордится ее героической историей. Занимался в патриотическом клубе, там все вместе было, и борьба, и стрельба, и раскопки. Занимались, это мой уже не первый самолет, это с дядей Сережей это уже второй самолет, а так на личном опыте у меня один самолет. Что конкретно здесь ищем? Ищем останки летчиков. Тяжелый, кропотливый, несколько слов вот расскажи о работе. Все-таки сложная, тяжелая. Ну, сложная и мелкая работа. Все по мелочи. Что удалось найти? Кости человеческие, ну и маленькие оплавыши от самолета, патроны, пули. Это уже третий за нынешний сезон самолет, найденный членами отряда. В советское время в память об экипаже истребителя Пе-3 на 58-м километре Ленинградского шоссе был установлен памятник в виде хвоста самолета. Единственное, что смутило поисковиков, это неверное указание места падения крылатой машины. К тому же многие считают, что погибшие летчики захоронены именно здесь. Мы сейчас находимся на мемориальном памятнике, который был создан в конце 80-х годов. И табличка, на котором гласит, что на этом месте разбился экипаж тяжелого истребителя Пе-3. Но на самом деле это не совсем так. Это все-таки более, как мы выяснили, мемориальный знак. На самом деле самолет этот упал в 2 километрах, если по прямой отсюда, вглубь, в сторону от Ленинградского шоссе. И этот как мемориальный знак был установлен. И именно там погибли эти летчики. Мало того, по захоронению, у каждого захоронения есть паспорт. И вот эти оба летчики числятся захороненными здесь по паспорту. Но на самом здесь ни самолет не падал, летчики здесь также не захоронены. Это просто мемориальный знак. Это не совсем исторически справедливо. И вот на месте падения самолета мы обнаружили останки летчиков. И по рассказы местных жителей, то, что собрали в то время летчиков, они были захоронены рядом. То есть в любом случае они остались там, здесь никого нету. И останки, которые были обнаружены сейчас на месте раскопок этого самолета, я думаю, мы предложим, по крайней мере, захоронить их здесь, чтобы историческая справедливость восторжествовала. И они были похоронены там, где увековечены. И родственники, или люди, которые приходят дань памяти, именно поклонились праху, а не просто крылу, которое было установлено в послевоенное время. Теперь Сергею Рыбакову и его коллегам предстоит перенести останки пилотов и перезахоронить их рядом с уже существующим памятником. Это планируется сделать к очередной годовщине битвы за Москву.